убедительно проводил тот отрезок сезона, а Клаудио Маркизио, в общем-то, заставил болельщиков... Матрия! 1-0! 1-0 в пользу Ювентуса. Очень вовремя Алессандро Матри. Причем он в этом эпизоде дважды сыграл здорово. Затем еще и поразил ворота Нету с близкого расстояния. Мы сейчас внимательно посмотрим. Акбонна, Барзали бросаются поздравлять. Улыбается, предвкушая, видимо, что этот гол не станет последним. Маркизио здорово играет в отборе, делает передачу с фланга. И заметьте, что вообще Матри пытался очень тонко вкасать. Накануне прямо чемпионата мира, то, скорее всего, мы бы его увидели вместе с Видалем. Марата в чужой штрафной обыгрывает Савича. На добивании 2-0. И вот это уже совсем серьезно. Еще раз смотрим. Ну, тут, кстати, если бы не Перейра, сыграл бы Матри на самом деле. Два человека стояли и смотрели. Маркизио. Опасный эпизод. Это было здорово. И Бонуччи в третий раз отправляет мяч в сетку. Это уже... Я скажу, что ты был неправ, что чтобы забить 3, надо сначала забить 2. Посмотрите еще раз, как легко Бонуччи оторвался. Еще бразочек я посмотрел. Повтор. А, чудесно. Тут столкнулись Родригес и Сай.